Здорово, пацаны. Короче, когда я выучил гильотину, я понял, что часто не хватает времени, чтобы закрыть весь сюда наверх. И я начал использовать, я беру себя за запястье, я двигаю свой кулак, ему как бы в кадык, только надо манки грип. Да. То есть это выглядит в реальном времени так. Я здесь. Я себя взял за запястье, спускаю свой кулак ниже и двигаю ему в артерию.